курсе. Это зеркало такое. Ну, спит, наверх не пойдем, а так. А что, малыш еще есть, да? Да. Так, фотоаппарат готов завтра снимать. Архиерей приезжает. У меня фотоаппарат без батареек, так что. Лера, Алена. Это что, русская печь такая или? Приятно. А пахнет-то как хорошо, откушайте поперем. Ой, какое чудо. Бездрожжевой, наверное, да? Да, на паре. Ой, ой, бездрожжевой. Мы сейчас бездрожжевой. Вон у Лера приятели. Да. Муж у нее сейчас. Да? Так он тоже бездрожжевой печет. Хмелевая. Вот, привет, булочку ему сейчас поедет. Вкусный. И хотелось бы тебе. Ты продаешь? Нет, так... Завтра на ярмарке будет все это дело. Да? Да. Ой, здорово. Без поперечин, без всего окно, тут 2 с лишним метра. Это раз и за раз забьет, трудно вставлять будет. А ну понял. Старая брешь. Из бревен бишь сделал, и пол такой же. Рукой вымешиваете или просто ложкой? Ну, консистенция, что рукой подальчик. А мы, ну, как бы вот у нас до состояния густая ложка. Андрей, как бы, вымешиваем. Потому что вот я уже эту ложку как бы не гребу. Вот и стол. Все. А, да, да. Живой край. А вы тоже, да, с скамейкой? Ну, в Новосибирске раньше жили. Ну, у меня муж, у него родители живут в Новосибирске, а мы в городе. Ну, у нас друзей тоже много в Новосибирске. Вот. Ну, чудесный дом. Первый раз, да? Да. Посмотрите. Да, тут еще подогреть чуть-чуть. Ну, вы же пожили. Да. Хорошо тепло. Да, слава богу. Смотри, какая... Еще конопатить надо, тут еще делов, в общем, много. Вот эти какие столбы. Это на кухню пошел я. Банки сушатся. Щурки. Доска, да еще с какими-то этими необтесанными краями. Считается хорошо, видать. А тут как оно разнесло-то его. А это что-то на цепи-то висит. А это, Алексей, а что колесо означает это? А что? Вот это колесо что? Ничего, это люстра. Люстра? О, я думал, сама пряха. Смотри, как оригинально все, скажи, как здорово. Вон оригинальный хлеб на столе. Да. Вот и это люстра. Вот видишь, как обрезал столбы. А здесь-то как? Да нет, ну, брат у меня клал. И там выдолбил в стене. Слушай, а она, ну вот у меня, видишь, муж сейчас не зашел, он пошел там с Володей уже что-то поделать. А что там, посмотреть-то можно? Ну только потихонечку, ну можно. Там малыш спит. Там спит. А? Там спит. Ну можно, только потихонечку, если хотите. Ну, потихоньку. Разговаривать надо. Да. О-хо-хо-хо-хо-хо. Тут еще надо, чтобы не споткнуться. Он еще нарезал. А это еще? Это вода, вода. Спит, что ли, здесь? Да, я же объяснил. Спит, спит. Вот, а кто-то скворечник наш, видать. Окна-то какие. Ты только утюг выключай, это опасная-опасная штука. Прогорела и упал через стол утюг.
Так это вода у тебя здесь? Вода, и отсюда самотеком. Так это на четверых? Чего на четверых? Спать-то. Это, да. Гостей принимать. Можно и на десятерых. Закон, у тебя видишь, четыре, я вижу там вверх, а то у японцев так делают. Да нет, это на двоих кровать, почему на четверых? Ну что это... Во, а тут отец живет, Владимир. Я тут никогда не был. Во, и окно. Ну да, там поля видно. И не протекает? Нет. Ну, если не протекает, то это здорово, конечно. Видишь, что вытворяет? Не должно протекать. Да, тут еще. Если будет там гардероб. А вот видишь, что тут это все бревна из бревен. Фотографии можно будет сделать. Вообще бесплатно никому не даю. Снимать тут и... Новый Завет, Библия. Хочу потом счет выставлю, оплачу. Вот оно как. Библия с иллюстрациями. Ну, конечно. Я без оставления. Я просто хочу своим сыновьям показать такую красоту. Ага, можно. А такая идея, как делать потолок, например, когда вот такой же, как снизу, так вот там доска и перехлёст оттуда потолок. Она у тебя не прибита вот эта? А почему она не осаживается дальше-то? Ну, не знаю. И она на этом не зависла? Ну, вот я специально ее сюда пододвинул. Там видно, что она это прямо щель подняла ее. Надо дать, чтобы она села. Вот тут она плотнее у тебя. А тут да, тут плотно. Ну да. Ну, посмотрим. Вот это да. Спицу-то хорошо? Да, отлично. Ну давай. Давай ты первый. Ой-ой-ой. Тут скользко, упасть можно. Надо вот здесь вот перила какие-то сделать, а? Алеша. Пойдемте, пойдемте, ага. Ой-ой-ой, скользко-то как. Ты перила не будешь делать? Ну, потом, может быть, сделаю. Это опасно. А подвал будет тоже, конечно, мощный? Тем более, это одна доска. А то это не забито ничем. Там котел стоит. То есть не будет там какой-то баня, например, сауна? Нет, там просто душевая есть уже. Угу. И комната отдельно жилая потом. Когда лестницу делают такое, Леша, я просто знаю. С той стороны, вот по этому формату, вертикально вот так вот, чтобы не было. Иначе легко нога туда проскочит и сломает ногу. Так вот нигде на производстве дома делают, когда никогда не сделают, не примут. Пользование. Он ребенок решил подскользнулся, там он падает и даже скатиться не может. Он сразу на перелом идет. Ну еще, дай бог. Смотри, как это разнесло их, щели-то. Ну да, усохли, рассохли. Так она, то, что щели, она крепость не теряет от этого. Конечно. Потому что волокна-то остались целые. Да. Сейчас посмотрим, что там у нас. Ну что, сестры, пошли на работу. А-а-а. Так тебе не нужно работников? Да нет, правильно. Так, пошли. Так-то они всегда нужны, но не запланированные уж, ладно. Все это корыто еще как. Вот она, старуха-то осталась у разбитого корыта-то. Вот она где. Разбитая корыто? Ну конечно. Историческая корыто. Пушкинская. У старика, видишь? Ну, это, видите, видимо, была грамотная старуха, которая сказала, мне достаточно. А я считаю так, виноват старик во всем. Почему короту не дал ей? Угу. Что, подкаблучник? Подкаблучник был. 100%. Ага. Это мы выходим на улицу. Вон моя сестра идет. Валентина, это Алешина мама. А Алеша мне племянник. Это Валентина Тихоновна идет.
Так. А вот Лидия приехала к нам в гости, старый друг наш с Америки теперь. Так, пошли. О! Добрый день. Добрый. А что по сапогами-то встаешь? У тебя нельзя вставать. Ну некуда уйти, наложили. Ну так. Как? Ну вот. Ну некуда, некуда идти, еще раз говорю. Ну как некуда? Ну, мама, у меня наоборот на половичке. Это так, на, в комнату. А так на половичке у тебя нельзя вступить. Да наоборот. На грязной. Да где же? Только зайдешь, скажешь, не вставай. Так это в комнате, не на улице. Что ты путаешь-то? Слышала звон, не знаю, где он. Это сестра его. Это его. У нас сестра. На улице нет половичка, уберите, он не нужен здесь. Ну как это не нужен? Правильно. Вот перешагнул туда. Уютненько. Но. Да это чище, чем у тебя в доме лежит. Да. Давайте, ты знаешь, с приездом вас, дорогие. У них в Новосибирске на улице были. Спасибо. Ты совсем приехал? Нет, еще. Нет. Так, меня пустите. Если у меня будет ваша вторая встреча, я там начинаю. Ой-ой-ой, у него везде вот так вот. Не-не-не, мне нельзя. Понимаешь, мне тут я держу аппарат. Ступать так, надо. Надежда Васильевна. Это неправильно, что лестница, люди заходят, и надо обязательно вот, чтобы так было. Не по науке. Дождь пошел. А что у них нету здесь? Лопаточки. Лопаточки нету. Вот у Алёши побыли дома. Большой контраст. Это такая мощная русская изба. И вот такой маленький домик. Она одна вдова живет здесь. Ей ничего не надо, ей достаточно. У нее там уголок. Пойдем посмотрим. Вот она, вот он, видишь, так идем сюда, идем. К ней зайдем, посмотрим. Вот он, семья, трое ребятишек, жена, рядом мать, братья идут. Это одна, денёшенька, никого нет здесь. Ей этого вполне достаточно. У нее прилетели пчелы, не ее пчелы. И под полом или где свили и ули, она мед качает. Молоком, медом текущая земля. Она пошла к матушке, та дала ей там вощину, там что требуется. Инструкция. Вот так. Открывай иди. Кто-то и говорил, что ткнешь в землю и вырастет, все растет. Да. У нее все абсолютно растет. Вот как сейчас пойдет у нее, здесь и малина, и крыжовник, я не знаю, и что только нет у ней. Это Люба Минаева. Пошли, в гости заходите. Зайди, постучи, сиди. К кому мы заходим? Христос воскрес! Здорово были. Проходите. Проходите, говорят, вас там много. Да, давай. Целая делегация. Давай. На экскурсию идем. Проходите. Вот тут не играть, чтобы не остановиться туда сразу. Вот ты увидишь, как маленькая, не маленькая. Так. Я не пошел обувшим, мне трудно разуваться. Хорошо, закрываю дверь. Мне трудно разуваться. Я поняла, дверь закрываю. Ноги-то у меня чистые, идет, и кое-как обулся. Христос воскрес. Нет. Мир вам. С миром. Видал? Проходите. С миром. Посмотрите, как мы. Свет. Ну-ка, зажги свет везде. Свет. Христос воскрес. Воистину воскрес. Видите, наша сестра. Так у
что, мама для черни? Нет? Нет. А, мы вот все сегодня познакомились. Москучка, да? Это барнаульская. Да. Вот как. А барнаульские вроде как это? И не барнаульские. Алена, Лера, очка, да, Лидия. Лера? Да, Лера, очки наши. Очки, да, видите, три очкарика у вас выйдены на экскурсии. Я не прошел, да, около дверей стою тут. А вы первый раз, наверное, потеряете? Да, да. Вы из Барнаула? Мы из Барнаула. Ты тоже первый раз? Барнаул, Москва. Алена кто-то, нет? Алена. Это вот не так давно. Алена. В чате у нас было. Я догадалась. Ага. Нас вот нет. В чате. Ну, Лида с Москвы. Лида не с Москвы. На самом деле. Ну, когда-то была в Москве. Да. Лучшая из Москвы. Лучшая из Москвы, да. Садитесь прямо на кровать. А все люди новые, она обнюхивает, знакомится. А вы вот вы другого района. Рядышком. Вы тоже в гостях. А кто хозяйка? Вы хозяйка? Да. Как вас зовут? Вроде как я. Была с утра, да? Пока тут не поняли. Пока не собралось много народу. Все-таки здесь есть интернет, да? Есть интернет, да? Что ты говоришь, что нет интернета? Со слов Игнатия Тихоновича. Слабенький, как он говорит. Ну, а у вас как получается? Брат же здесь у меня жил. У нас модель. Ну, с флешечкой, да? Да. Телефонный интернет. Билла, а, мегафон. Слушайте, ну... Да, здесь мегафон. Знали бы, знали. Привезли, у нас есть модем. Ну, ладно. Игнать Тихонь, с вами ничего нет. Ой, ладно. Ну, мы, ладно. А что еще? А это провайдеры. То есть компании, которые предоставляют интернет. Мегафон, получается, ловит. Если бы ты привезла это... Да. 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 Андрей, сделай. Я могу свой телефон использовать как модем. Я дома так и делаю. Я раздаю компьютер. Это вы не с Галиной приехали? Я приехала с мужем. У меня есть муж, ребенок. Первый класс и закончила. Мы вот лагерь вроде планируем. Уже прямо останетесь теперь? Да, судя по всему, да. Вот нас муж привез. Сдал на перевоспитание Игнатию Тихоновичу и поедет сейчас домой. А Игнатий Тихонович остается или уедет? Уедете или уже все останется? Нет, уеду. Ну вот, я слышала, что... Он просто уезжает, потому что ему нужно. В субботу приеду, да, совсем. Он был вообще... Да, Алена. Если Бог даст жизни. Я тоже так всегда говорю, что... Если Богу будет угодно, то то-то, то-то. Да, только так. Ну, садитесь, а чай с нами пить. Чай на травках. Ну, я не знаю, до скольки. На крещение это, наверное, будет тут точно. Дитё у меня останется. Ты сама приедешь на июль, да, получается? Я седьмого. Не, ну меня, если Игнатий Тихонович за дисциплину не выгонит. А то я не нарушаю. А я... Где второй класс? Ну, слушай, это в храм. То есть тут-то мне разрешили пока. Сам по себе старый. Сделали старых материалов. Ну, так-то... Да, это просто ширма, так сказать. Надежда Васильевна, вы тоже уже на лето, да? Нет, мы не поедете назад? Седьмого у меня комиссия, седьмой уезжаешь. А потом приезжаешь на всю лето. Это думала, вы остаетесь, думаю, это не я слышала, но я езжу. Пятеркой. Да, по поводу дома там разрешение просто признать его. А, на строительное? На строительное, где мы 20... Ну, я не знаю, как он называется. 20-20. Пеноплекс. Да, 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 две теплицы у нас называли парники. А тут выше говорят, вот у Алёши мощный дом, а это такой крохотулька. А зашли, здесь тоже веселье и радость. Вот уже цветут помидоры.
у Любы все растет. Грядочки у нее тут как надо, лук. Вторая это что-то, то ли ничего нету, то ли теплица непонятная, что она. А, ее пробило всю. Почему ее пробило, непонятно. Ай, нет, у нее тут перец. Ну, видно, для перца то достаточно. Обдувается. А тут и картошка есть. Вот от нее видно бывший лагерь наш. Еще музей. Комплекс для бедных лагерей. Так название его. Вот это вот у Любы мы пришли, Минаевы. Понятно, вон где у нее колодец, вода течет оттуда, шланг качает. Тут капуста, много смородины, она вся дает, собирает. Щедрая такая сестра. А тут не пойму я, что это у ней. Крыжовник, однако. Ну да. А тут святые. Вот тут пошли, когда это, видать, Ольга Николаевна, родная сестра Виктора Савченко приехала. Ласка наша. А там... Там, видать, идут первые саки. Или этот, Никита. Устиновы все. Это козы. Вот смотрят дом, какой Алёша. Это вышли и говорят, вот видите, какой дом. А тут ласточки, скворцы. А в городе ни того, ни другого нет. А тут Люба, такой домик у нее маленький. Ну что, что маленький. Маленький, а весело. Благодарящий Бога. И везде машины в каждом доме. Козы разные формации. Знаешь, какие козы. Машина. Кузовок. Здесь машина стоит у Алёши. И здесь. И у нас во дворе две машины. Все, однако. Это бывший Павел, был Никита. А сейчас это мужская обитель. А там были Калашникова, а теперь Панченко, Пащенко Владимир. А тут моя голубятня.